Ну что, друзья, всем привет. С вами, как всегда, Денерс. Не забывайте заходить сюда, нажимать плюсик, вводить промокод Денерс, который дает 40% пополнению. Например, вы вводите 1000 рублей, у вас пополняется плюс 400 рублей. Пополняется 10 тысяч рублей. Плюс 4000, ну, либо 5 вы закидываете. Плюс 2000 рублей. Крутой бонус, который нужно использовать, который использую лично я всегда. Ну что, всем привет. Напоминаю, на MyCSGO, промик Денерс также используйте. На балике у нас 20 тысяч рублей. И, как и обещал предыдущий видосик, то, что я запишу опять по майнинг кейсам. Потому что майнинг кейсы это эталон кейсов на данном сайте. Мне они очень нравятся. И они очень круто дают. То есть, смотрите, мы можем с вами спуститься пониже. А сейчас я вам покажу. Вот сюда вот. И вот у нас есть майнинг кейсы. Всем советую открывать азимов перчаточный. Если смотрели предыдущее видео, вы могли видеть то, что азимов и перчаточный мне дало очень крутой бонус. Давайте попробуем сегодня мы на примере того видео пооткрывать другие кейсы. То есть мы вообще два не будем кейс крутить. В предыдущем видео у меня здесь выпал азимов, АВП, калаш и П250. А с перчаточного кейса после второй прокрутки мне выпали обмотки рук пустошь. А потом мне нужно было я пошел убивать ножик. И мне выпал ножик, вот этот вот. А после чего я пошел открывать эмочку и юсп, и мне выпало полный сет там. Короче, насобирал себе сет. А сегодня мы пойдем Сайрекс, Хайпер Убийст, неонуарчик пооткрываем, механа пушка, хроматический, неоновый и так далее. Давай, погнали. Посмотрим, что здесь можно выпасть. И может ли что-то здесь выпасть. Просто если у нас будет на балике 5000 оставаться и ничего не выпадет, мы пойдем возьмем в кейс, который можно спасти. Но нам падает уже СГшечка Сайрекс на 400 рублей. Ну, юспик, кстати, упал. Ну, смотрите-ка, неплохо. Юспик. Кому-то ножик там упал. На живого кейс. Но вроде бы не окупной, да, этот кейс. Вот нож, точнее. Хотя я даже не знаю, сколько он стоит. Так, ну, вроде бы нет. Даже кейс стоит 30-ку, а он 30 тысяч вроде бы не стоит, этот нож. Угу. Еще одна. Неплохо, неплохо, нормально. Это тоже хорошо. Это даже отлично, так скажу. Потому что у нас через одно открытие выпадает скин, который окупает. Который окупает данное то открытие, которое не дало. И которое дало. Так, сейчас попробуем мы с вами что-то еще убить. Сейчас я хочу еще два раза крутанем. Если нет, то идем на другой. Наверное, на механопушку зайдем. Прикольный там. Тоже ганны. Ну вот еще один выпал у нас СГшечка. Так, окей. Так, последний сделаем, крутанем. Последний не получилось. Хорошо. Так, получается, пойдем мы сейчас. Не, два неоновых. Вот неоновый авик классный, есть неонуарчик. Вот он мне очень сильно нравится. У меня как-то раз был полностью сет фиолетовый. Неонуаровский. И выглядело реально очень круто. Постоянно сеты смотрел, искал все какие-то паттерны интересные, чтобы прям без коцок все интересно было, красиво. Ой, сори. Так. Угу. О, юспик. 1700. Супер. Ну, смотрите, ну не... Блин, сейчас, еще раз, два раза круто. Ну, смотрите, покажу пример. Раз. Не выпало, да? Я вам говорил, что я не буду азимов открывать, но я вам просто покажу. О, авик выпал, 2500, неплохо. Просто покажу пример, смотрите. Здесь 5 ганов. Мы крутим, открываем. Раз. Сейчас из трех что-то должно выпасть по-любому. Ну, у меня какая-то такая чуйка есть. Два. Два, третий раз. Три. Ну, unlucky. Давай еще раз. Ну, он как потому что азимов. Ой, не азимов. Нам же савик дал. Инуарчик. Из-за этого нам, наверное, не дает. Он как будто эмка выпала.
Тенуара, кстати, темка выпала. По 250. Хорошо. А вот. Короче, здесь чаще дропается. Потому что больше ганов, больше выбора здесь есть. Окей, вот с неонового. Так, калашек есть. Блин, два гана всего лишь. Ну давай попробуем. Конечно, здесь вообще прям маловероятно с этого гана. Ну только два гана, прикиньте. Ну. Не хочет. Ну тут видите, маг минималка 600 рублей. А в других кейсах есть пистолеты, которые стоят по 150 рублей и так далее подобное. Конечно же, что больше ша... О, калаш купал, кстати. Ха. Слушай, слушай. Not bad, 3700. Супер, супер. Так, а мы с вами механопушку не открывали, да? Погнали, механопушку откроем медленно. О, кому-то ножик упал с апгрейдом. Поздравляю, получилось, значит. Так, с механопушки нам тут медленным крутом ничего не падает. Быстрым прокрутом тоже. Сока эмочка, эска стоит 2500. Ну, нормально, если она упадет, будет очень хорошо. Ну, пока что, смотрите, видите, как майн кейс она вообще... Мы сейчас тестируем каждый майн кейс. В предыдущий видосик мы только два кейса открывали. А сейчас прям все мы открываем. Вот. Фамас нам выпал. Ну, отлично же. Вот и эмочка. 2,5. Великолепно. Пеппербист. Авик, отсюда может выпустить или нет? Уже три раза арса прокрутили. Три раза прокрутили, и пока что пустота. Даже и мелко ничего не дропается. О, эмка. Только сказал, на 200 падает. Неплохо. Вы заметили, кстати, смотрите. Может, давайте, смотрите, как мы сейчас с вами сделаем. На Азимове до 14 докрутим и остановимся. И посмотрим, сколько у нас итог будет. Потому что... Мы всего лишь 6 тысяч с вами потратили. И там выбили, ну... Блин, Азимов, я просто обожаю, калаш упал. И по-любому у нас, ну, лучше в плюс упал. Еще и калаш издропнулся. Ну вот смотрите. 14 тысяч на балике, было 20-ка. То есть 6 тысяч мы с вами, да? Идем сюда. На 19 тысяч. То есть это в плюс мы с вами 19 минус 6, то есть 13 тысяч рублей. Прикиньте. Ну, овер круто. Все, подписывайтесь на канал, лайкосы, комментарии оставляйте. Промик ДНРС не забывайте. До новых видео.